Аэрозоль для ремонта изделий из цинка – это эффективное средство для ремонта и устранения незначительных повреждений поверхности и стали, оцинкованной погружением. Почему это важно? Высокое содержание цинка в покрытии дает металлам надежную и долговременную защиту от ржавчины, агрессивной промышленной среды и воздействия погодных условий. Также цинковое покрытие отлично подходит для исправления и гармонизации цвета небольших повреждений на горячеоцинкованных стальных подложках. Особенно подходит для защиты сварных швов. Перед применением необходимо предварительно подготовить поверхность. Она должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Температура обработки от 15 до 25 градусов. Перед использованием стряхнуть аэрозоль в течение 2 минут и нанести образец. Нанесите цинковый ремонтный спрей в несколько тонких слоев. Перед нанесением следующего слоя снова встряхните аэрозоль. После использования очистите клапан, переверните аэрозоль вверх дном и нажмите на насадку примерно на 5 секунд. Используя продукцию Motip, вы всегда будете довольны финальным результатом.